Gap stop. Gap stop. Gap stop. Вы раньше ментов приехали, но вы везунчик. Да, мы таксисты народ везучий, куда скажете, туда и повезем. А что там у вас, кстати? Да, митинг. Не, ну это понятно. А чего в 40 километрах от города? Косоглазый, что ли? Вообще-то у нас просто более широкий взгляд на мир. Ну хорошо, хорошо. А против чего митинг-то? Против веганов, естественно. Да это ж бессмысленно, хочешь прям докажу. Ну вот представь, ты свинья, идешь себе спокойно по лесу. А там есть что-нибудь съедобное? Да, ты. Это неправда, вообще-то веганы едят еду животных, оставляя их без еды, и они медленно и мучительно умирают. Да смотри, представь ту же самую ситуацию со свиньей и лесом, но рядом будет мясоед. Мясо. То есть свинья умрет в любом случае? Ну конечно, такова жизнь. Все, я понял, надо быть живодером, ведь все равно свинья умрет. Да нет же, вот представь себя на месте этой свиньи. Мясо, мясо. Отстань. В общем, бессмысленные все эти митинги. Да, кстати. Значит, живодером надо быть и не митинговать. Ну что ж, могу устроить. Спасибо тебе, таксист. Что сидишь, 100 рублей не устраивает. Могу поднять до 200 рублей. Ах, да, вот, держи сразу 500. Эх, не удивлюсь, если он психопат. Заплатит в 5 раз больше. Он точно псих. Там есть что-нибудь? Свинья умрет в лесу. Мясо. Свинья, идешь себе спокойно по лесу. Так, где я? Чё-то будильник. Привет, Овцири, включи новости. Надо развеяться. Включаю. Не Джеворобей, капитан Джеворобей. В России все хорошо, однако лучше выгляните в окно, там такая же качество информации, однако не проплачивают. Я, конечно, понимаю, что российское телевидение низкобюджетное, но не до такой же степени, чтобы один человек на всех телеканалах работал. Хотя погоди, это ж мой вчерашний пассажир. Неточный запрос. Ну хорошо, Встырич, а будет тебя очень точный запрос. Почему мой вчерашний клиент, который, видимо, очень богатый, или же просто психопат, который заплатил в 5 раз больше, имеется в виду то, что он заплатил 500 рублей вместо 100, хотя мне этого не нужно было делать, которого я привез с митинга против веганов, что уже само по себе странно. Видимо, он какой-то психопат. Ведь и вел он себя в машине как-то странно, в какой-то момент просто замкнул. С такой проблемой сталкивался человек 5 лет назад. Открываю ответ амулатор. Кору. Да ладно, не может быть. Включаю аудиозапись. Приветствую, товарищи коммунисты. Пишу вам это из далекого 2018-го. Я так понимаю, то что вы таксист. И вы подвезли странного чувака и не понимаете, почему он на всех телеканалах. Так вот, он сошел с ума. И хочет уничтожить мир. Единственная возможность спасти мир – это его переубедить. А как, я не знаю. Что это за хрень? Когда в ответ ему.ру успели добавить аудиозаписи? В
1876 году, но это не важно, лучше выгляни в окно. Даже мой искусственный интеллект понимает то, что это более разумно, чем со мной говорить. Сегодня что, день города? А то, судя по поведению, все эти люди пьяные. То есть на ответах mail.ru могут не только ответить на что угодно, но могут ответить еще и правильно? За прослушивание засекреченной, ну, проявительством аудиозаписи на ответах mail.ru за вами едет КГБ. Это не стоит 500 рублей. Эй, Евтерий, как мне скрыться от КГБ? Веди себя как обычно. КГБ подмечает только тех, кто ведет себя необычно. Куда едем? Куда хочешь? Ну, я бы лично хотел пробраться во владение нашего нового, в общем, президента. Однако, мне кажется, таким обычным экспертом, как я, это в принципе невозможно. Что ж, повезло тебе. Я депутат, мне можно. Вези вот по этим координатам. Смотри, что за дичь на улице происходит. Да, кстати, можем остановиться? Мне, в общем, позвонить надо. Да, конечно. Смотри, какое там шоу. Дорогие россияне, мы должны устроить бунт. Бунт, дорогие россияне. Итак, харьковцы, ну, или как вас там, неважно. Из-за недавней трагедии я временно заменяю мэра. Я обещаю, что позабочусь о вас и буду стоящим правителем. Анна, привет. В общем, в Харькове сейчас трагедия. Я не уверен, что выживу. В общем, я должен был тебе позвонить, попрощаться. Ты не должен был мне звонить. Да, но... Пока. Ну что, погнали, доставай пропуск. О, привет, таксист. Я предполагал, что ты придешь. А зачем тебе кирпи... Черт побери, как я здесь оказался? Где я? На твой очень умный вопрос отвечу вопросом. Что за хрень вообще происходит на улицах? Но ты ведь сам говорил, что свинья умрет в любом случае. Да какая разница, что я говорил? У тебя своей головы нет. Понятия, что хорошо, что плохо, вообще отсутствует, да? Ну, я психически не уравновешен. Ты, скорее всего, об этом осведомлен. Почему ты думаешь, что это снимает ответственность с тебя за все? Это не так. Ты думаешь, мы, обычные работяги, люди, не сходим с ума? У меня повторение одного и того же практически. Каждый день завожу людей, провожу, выслушиваю их нелепые байки. Да мне плацкарте понравился. Я больше сумасшедший, чем ты. Поэтому тебя надо отдать в психбольницу. Надеюсь, ты меня понимаешь. Проявленное мужество, то ли типа того, как вручается ключ от города. Прости меня, Анна. Прости, если я
хоть в чем-то виновата.